Здравствуйте, зрители. Сегодня поработаем на нестандартном заказе. Заказчик попросил подключить УЗО к обогревателю. В чем нестандартность? Попросил подключить УЗО параллельно к автоматам. Ну, как это у нас будет выглядеть? Параллельное подключение. Минус и плюс УЗО зайдут на ввод автоматов. Верхние концевики мы запитаем на выход автоматов, чем получится параллельное подсоединение. При выключенных автоматах у нас будет работать подача электроэнергии через УЗО, оно будет запитано. При включенных автоматах УЗО не сможет считывать нагрузку, проходящую через него, и работать как УЗО не будет, будет просто работать как автомат. Ну, как-то это так. После подсоединения будет продолжение. Закончили мы подсоединение УЗО, параллельное с автоматами. Обращаю ваше внимание, что плюс у нас заходит через сам редуктор автомата. Вот оно находится. Минус заходит через клемму, которая позначена буковкой N, английская. Что бы хотелось определить? При включении через УЗО наш бойлер на данный момент показывает индикатор, что он горит. Здесь теперь отключаем УЗО, подсоединяем, включаем автоматы наши. В таком режиме работает без УЗО. И при полном выключении у нас полностью отсутствует питание. Также хотелось объяснить с принцип работы схемы УЗО, что наш, скажем, минус должен обязательно проходить параллельно через УЗО. Подсоединять бойлер, либо в данный момент бойлер, к минусовой планке общей ни в коем случае нельзя, поскольку УЗО работает таким образом, что считывает входящую и выходящую нагрузку, которая проходит через него. Большое спасибо за внимание. До новых встреч!